Возраст не помеха для занятий спортом. Такого мнения придерживаются участники программы «Активное долголетие». Ослабленное здоровье или болезни суставов жительницы поселка Володарского лечат не только у врачей. С утра во вторник и четверг они собираются на занятия по дыхательной гимнастике. Сначала, конечно же, инструктаж и вводная лекция для новичков. Помимо того, что мы с вами дышим, мы с вами делаем упражнение гимнастику нейропластики. Занятие начинается именно с нейрогимнастики. Такой вид тренировки не только помогает размяться, но и держит в тонусе мозг. Основной принцип – одновременная работа рук, каждый из которых выполняет свое задание. Затем участница переходит к основным упражнениям. Дыхательная гимнастика помогает при борьбе с аритмией и повышенным давлением, а много времени не занимает. На занятие уходит не больше 20 минут. Лидия Николаевна говорит, ну, мы почти все ровесники, так. Она говорит, давайте, девчонки, займемся с вами физкультурой, потому что, ну, допустим, я сердечница, кто-то ревматический, кто-то какой-то. Ну, в нашем годам уже у всех есть болячки какие-то. Вот, поэтому мы согласились. И нам так понравилось. Не то, что мы ходим, мы летим сюда. Впервые на занятии побывала Татьяна Кулагина. Коренная жительница поселка все откладывала поход на гимнастику. Теперь планирует приходить сюда постоянно. Кто не верит, пусть приходят, занимаются. Это действительно одинокому человеку только здесь быть. Это вот просто наслаждение души. Все занятия проходят под чутким руководством Лидии Козловой. Своему тренеру, участнице активного долголетия, полностью доверяют. Лидия Николаевна по образованию врач. Она хорошо знает, какие упражнения давать той или иной женщине. А программу занятий она разработала по собственному опыту. Вот именно с дыхательной гимнастикой я начала заниматься после того, как я переболела ковидом. Хотя я про дыхательную гимнастику знаю давно и занимаюсь ей уже несколько лет. На гимнастику в среднем ходят 12 человек. Помимо занятий в помещении, женщины планировали тренироваться на свежем воздухе. И теперь эту идею удастся реализовать. В рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» Лидия Козлова и секретарь местного отделения «Единой России» Анна Державина подарили участницам занятия утепленные толстовки. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.